Ну что, друзья, мы начинаем, как и обещали, действительно, у нас в эфире не кто-нибудь, а один из последних лидеров ГДР Эгон Крэнц. Мы приветствуем вас в этой студии. Добрый день. Добрый день. Сразу скажу, что с переводом нам сегодня помогает Елизавета Плешакова. Елизавета, добрый день. И вместе с Эгоном Крэнцем в этой студии очень важные люди. Владимир Барышников, завкафедра истории нового новейшего времени Института истории СПбГУ. Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день. И также здесь доцент Института истории факультета СПбГУ Евгений Метелкин. Евгений Николаевич, добрый день и вы. Здравствуйте. И вам добрый день. Первый вопрос очень простой. Многим казалось, что да, как-то вот ГДР — это история, оставшаяся в далеком прошлом. И для многих ваш приезд — это нечто очень неожиданное, очень необычное. Расскажите нам, пожалуйста, о целях визита в Санкт-Петербург в 2016 году. Что здесь происходит, какие мероприятия с вашим участием? Die Geschichte der DDR ist genauso lange vorbei wie die Geschichte der Sowjetunion. История ГДР точно так же уже давно в прошлом, точно так же, как и история Советского Союза. Aber trotzdem redet man hier über die Sowjetunion und wir reden über die DDR. Но несмотря на это, точно так же, как мы обсуждаем историю Советского Союза, мы также обсуждаем ГДР. Ich habe viele Studenten getroffen, die auch über das Leben in der Sowjetunion Bescheid wissen. Я встречал много студентов, которые также довольно много знают о жизни в Советском Союзе. Also gestern war ich zu einer Vorlesung, zu einer öffentlichen Vorlesung. Вчера я читал лекцию. Es war ein voller Saal, übervoll, viele haben noch gestanden. Зал был абсолютно полон, Anschlag. Некоторым приходилось даже стоять. Die Hauptfragen, die gestellt worden waren, woran ist die DDR gestorben? Главные вопросы стояли в том, почему ГДР прекратила свое существование. Und natürlich auch sehr aktuelle Fragen, das Verhältnis Deutschland zu Russland und Russland zu Deutschland. Также актуальные вопросы об отношениях России с Германией. Warum ist die deutsche Regierung so feindlich eingestellt zu Russland? Почему немецкое правительство так враждебно настроено к России? Warum sind die Bestrafungen, die sogenannten Bestrafungen, und da sage ich eben als Deutscher, wenn Deutsche Russland bestrafen wollen, haben sie ihre eigene Geschichte vergessen. И почему Германия так пытается ввести наказание для России? И когда Германия вводит такие наказания, она должна лучше помнить свою историю. Они забыли, что было раньше с Советским Союзом, когда нападание фашистских войск на Советский Союз. Особенно в этом году это мне очень важно. Скажите, а как к вам обращались студенты? Они говорили, господин Крэнц, они говорили, как принято правильно обращаться? Вы мне подскажите, чтобы я смог более точно, да, формулировать свои вопросы. Ну, das war sehr unterschiedlich. Ведь нельзя сказать товарищ Крэнц, или можно сейчас сказать так? Да, конечно, сказали. Ну, я, например, сказал вчера, если я посмотрю в зал, я вижу разные поколения, а может быть, я могу сказать, дорогие товарищи. А, ну да, сказали, да. То есть можно говорить, товарищ Крэнц у нас в эфире, да, это нормально. Да, действительно. Если... Хорошо. Честно мне, если вы меня так называете. Договорились. Скажите, пожалуйста, какой вопрос студентов наших вас застал врасплох, вас поставил в тупик? Потому что те вопросы, которые вы обозначили, в общем, они понятны. Они выходят из той повестки дня, которую мы сейчас все пытаемся понять. Что завтра, почему происходит то, что происходит во взаимоотношениях между нашими странами. А какой вопрос вам был, ну, наиболее интересен с точки зрения его сложности? О чем вас вчера спрашивали? Schon also erwartet. Aber vielleicht war gestern irgendwelche Frage, die für Sie überraschend war. Ja. Also für mich war überraschend, dass die Studenten sich gut in der Geschichte der Beziehungen DDR-Sowjetunion auskannten. Для меня было удивительным, что студенты хорошо знали историю отношений Советского Союза и ГДР.
Ich will ein Beispiel sagen. Die historische Fakultät hatte Plakate gemacht über mein Auftreten. Und die Vorlesung, die ich gehalten habe, hieß Gründung und Zerfall der DDR, Wendepunkte europäischer Geschichte. Und ein Student hatte den Punkt Untergang der DDR durchgestrichen, das Wort Untergang, und hat dafür geschrieben Einverleibung der DDR. На историческом факультете, где я читал лекцию, был плакат, афиша была, где моя лекция называлась «Становление и крах ГДР». И один из студентов зачеркнул слово «крах» и написал «Поглощение». Но это было все-таки не на историческом факультете, это в главном здании университета. Да, это были перед ректором. Это у нас не чиркают на плакатах. И вам это понравилось или как? Как вы восприняли вот эту историю? Это уточнение. Да, знаете, я думаю, может быть, там кого-нибудь вычеркнул из политических причин. Ну, он, по-моему, подумал, и правильно, этого слова, если бы не в голове было бы, я тоже так сказал. Ну, вот, я вижу в этом, что большой интерес есть. Ну, я должен сказать, что на самом деле студенты были не только исторического факультета у вас на лекции, это были студенты с разных факультетов, и более того, даже студенты, которые пришли из других вузов, в частности, из университета имени Герцена, педагогического университета. То есть мы, откровенно говоря, были просто поражены тем, сколько много людей пришло на ваш. Мы не готовы были столько даже принять. Люди стояли в проходах и не уходили. Вы читали лекцию где-то полтора часа. Это было очень много, потом столько было вопросов. Это просто невероятно было интересно. А у вас есть ответ на вопрос, почему сейчас такой интерес к этим вещам? Как мы понимаем, в 90-е, в 2000-е, поправьте меня, если я ошибаюсь, интерес был гораздо меньше, и сейчас мы видим некое, как это назвать, некий ребрендинг, что ли, да, отношение к этому историческому периоду в Европе. У вас есть ответ на вопрос, почему? Die Welt hat sich verändert. Мир изменился. 1989, 1991 gab es die Hoffnung, man könnte den Sozialismus reformieren, aber anstelle der Reformierung des Sozialismus kam der Kapitalismus. В годах 89, 90, 91 предполагалось, что можно реформировать социализм, но вместо этого на смену социализма пришел капитализм. Und jetzt kommt die Ernüchterung bei vielen Leuten, die sagen, so schlecht, wie man über die DDR oder über die Sowjetunion redet, so schlecht war es nicht. Wir haben auch gute Seiten gehabt. И люди говорят, что так плохо в Советском Союзе и в ГДР, как сейчас говорят, не было, что эти страны имели много положительных сторон. Es ist also ein Aufbäumen auch gegen die Allmacht des Kapitalismus. И это также, можно сказать, что это сопротивление нарастающему капитализму. Und dann gibt es eine interessante Sache für Russland, also auch in Ostdeutschland besonders, aber auch in Deutschland insgesamt. Als Gorbatschow und Jelzin an der Spitze ihres Landes standen, gab es sehr viele Schwächen. Die der Westen hat sie ausgenutzt, und er konnte mit beiden ganz gut umgehen. Ja. Jetzt ist Putin da. Er hat dem russischen Volk die Ehre wiedergegeben. Und das kommt besonders in Ostdeutschland gut an, wo ja die DDR-Bürger noch da sind, die dem entsprechenden Alter sind. Есть особенность для России. В то время, когда во главе страны стояли Горбачев и Ельцин, слабости России и Советского Союза могли быть хорошо использованы западными лидерами. Сейчас, когда во главе страны стоит президент Путин, это придало, можно сказать, надежду и в Восточной Европе тоже, что... Вот много людей думают, Путин дал нам честь.
опять die Würde, hat ihre Würde zurückgegeben. Я верю, что президентство Путина дало многим людям больше веры в себя. Da ist der Glaube in Ostdeutschland an Russland größer als in Westdeutschland. И таким образом вера Западной Германии в Россию выше, чем в Западную Германию. Здесь важная историческая параллель, которую мы часто слышим от разных аналитиков и наблюдателей. Вы говорите, вернул веру, вернул уверенность после определенного краха. Но ведь нечто похожее с точки зрения эмоций было в истории Германии. Можно ли здесь проводить какие-то параллели? Как вы относитесь, когда вы слышите к этим параллелям? Я имею в виду довоенный период, там тоже был крах, там тоже было разрушение каких-то сложившихся мировоззренческих конструкций и было возвращение вот этой гордости и надежды. Это можно сравнивать? Это допустимо? Как вы воспринимаете, когда слышите такое? Können Sie historische Parallele ziehen, wenn man sagt, dass Regierung von Putin kann man mit Zeitspanne von Deutschland vergleichen, also bevor der Zweiten Weltkrieg, ob diese Parallele überhaupt gibt, ob die Sie sehen können? Nein, diese Parallele sehe ich nicht, weil die Geschichte wiederholt sich nicht. Нет, таких параллелей я не вижу, потому что я считаю, что история не повторяется. Aber ich sehe, dass Russland einen Weg geht, der der Welt garantiert, dass Frieden sein wird. Но я считаю, что Россия идет таким путем, который гарантирует мир, миру мир. Ну, вы знаете, я хотел бы еще добавить такую вещь. На самом деле, пришли студенты не только разобраться, почему, собственно, рухнула Берлинская стена, почему произошло объединение, а точнее поглощение, как некоторые написали. Коль, на прошлой неделе у нас была годовщина очередная. Да, 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 да. Но дело в том, что это еще и встреча с историей, с живым представителем истории, руководителем Германской Демократической Республики, одним из последних лидеров. Это редкая вещь. Это, на самом деле, не каждому удается увидеть такого человека. Мы, дело в том, что проводили в нашем институте еще несколько подобных встреч. У нас была встреча с Валери Жискар д'Эстеном, бывшим президентом Франции. Была встреча с последним послом Соединенных Штатов в Советском Союзе Джеком Мэтлоком. Но это одного и того же ряда, на самом деле, встреча. И всегда они носят очень большую популярность. И у нас, конечно, есть вопросы и о тех решениях, которые принимались в те годы, но сперва, услышав про Горбачева и Путина, наши пользователи спрашивают вас. Получается, Горбачев для вас – это предатель, а Путин – восстановитель исторической справедливости? Ist für uns Михаил Горбачев als Vertreter und Putin als, als neuer Leader der... Solche Bewertungen in einem Wort sind immer kompliziert. Такие оценки одним словом всегда слишком, слишком поверхностны. Aber ich denke, dass die Kriege, die wir jetzt in Europa haben, beziehungsweise außerhalb Europas haben, ob in Syrien, ob in Irak, ob gleichwo im Nahen Osten, sie hängen sehr stark zusammen, sind sehr stark Folgen der Zerschlagung der Sowjetunion. Однако я считаю, что те войны, которые ведет Европа за своими пределами, такие как в Сирии, в Ираке, на Ближнем Востоке, являются прямым следствием распада Советского Союза. Ich denke, ohne während der Existenz der Sowjetunion hätte es diese Kriege nicht gegeben. Я полагаю, что во время существования Советского Союза такие войны были бы невозможны. А есть ли слагательное наклонение у истории, спрашиваю я вас? Можно ли говорить о том, если бы? Можно было бы избежать той ситуации, которая, собственно, и произошла у нас в 89-м году в ноябре, падение Берлинской стены. Как вы сейчас воспринимаете это? Wie denken Sie, ob es überhaupt die Geschichte rückgängig kann man machen oder ob es überhaupt gibt es ob und ja, könnte man Mauerfall vermeiden im Jahre 1989? Das ist jetzt eine spekulative Frage.
Это довольно спекуляционный вопрос. Weil у нас такая работа. Es gab, ja, ja, es gab eine ganz konkrete Situation. Тогда была совершенно конкретная ситуация. Und die unvernünftigste Variante zu der Art und Weise, wie die Mauer gefallen ist, wäre der Einsatz einer militärischen Kraft gewesen. И единственной возможностью не допустить падения стены было бы введение военных военных вмешательств. Um Berlin, wo die vier Mächte zu Hause waren. Es gab ein Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer und die Sowjetunion. В Берлине находились представители четырех держав. Советского Союза, Америки, Франции и Англии. Am Morgen des 10. November hat mich der sowjetische Botschafter Kotschemassow angerufen, ein sehr guter Freund von mir, und hat gesagt, Genosse Krenz, in Moskau ist man sehr beunruhigt über die Ereignisse, die sich heute Nacht in Berlin vollzogen haben. Утром 10 ноября мне позвонил представитель российского советского посольства. Kotschemassow. Вячеслав Кочемасов. Кочемасов — это мой хороший друг, и сказал, что в Москве очень обеспокоены теми событиями, которые происходят в Берлине. Я бы сказал, но мы имеем только наши Beschlüsse, dass wir die Grenze öffnen, mit euch abgestimmt. Но я сказал, это же согласованное решение о том, что пограничные переходы будут открыты. Nein, sagt er, ihr habt mit uns abgestimmt, dass man die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten öffnen kann, aber nicht die Grenze zwischen Berlin-Ost und Berlin-West. Он сказал, нет, что была договоренность о том, что мы откроем границы между двумя государствами, но не восточным и западным Берлином. Dazu hattet ihr überhaupt kein Recht. И что на это, не имелось права. Und da habe ich zu ihm gesagt, nun das ist jetzt ja Vergangenheit, eine andere Lösung hätte Blutvergießen mit sich gebracht. Und da sagt er, ja, das sieht er auch so. Und ich möge doch an Gorbatschow ein Telegramm schicken, wie die ganzen Umstände der Öffnung waren. Und dieses Telegramm habe ich geschickt. Und dann im Laufe des Vormittags hat dann Gorbatschow reagiert und hat die DDR beglückwünscht, dass wir die Grenzübergänge geöffnet haben. И я ему сказал, что, к сожалению, что ситуацию вернуть уже невозможно, что любое другое решение привело бы к кровопролитию. И мне должен был отправить телеграмму Михаила Горбачева с описанием всех событий, что я и сделал. Горбачев ответил мне примерно в середине дня и поздравил ГДР с открытием границ. Jetzt muss ich aber dazu sagen, es wurden die Grenzübergänge geöffnet. Es fiel nicht die Mauer. Das ist erst viel später gewesen. Я должен сделать важное дополнение. В этот день были открыты пограничные переходы. Никакого падения стены не было. Это произошло намного позднее. Ну, я вот тут хотел бы пояснить ситуацию. Да, конечно, Владимир Николаевич Барышников. Ситуация такая, что на самом деле раскол Берлина произошел еще в 48-49 году, берлинский кризис. Так называемые, когда действительно были перекрыты секторные границы между западным Берлином и восточным, и Берлин считался, объективно говоря, зоной ответственности западных государств, а не Федеративной Республики Германии. Как раз господин Кренц говорит о том, что они не решали эти вопросы на самом деле. Не имели права их решать. Это должны были решать союзники, бывшие по антигитлеровской коалиции. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты, Англия, Франция. И именно на этом уровне должно это решаться. А оказалось, что виноватым оказалась Германская Демократическая Республика. И вот конкретный вопрос о событиях тех дней. Наш пользователь Александр спрашивает вас, господин Кренц. Известно, что на знаменитой пресс-конференции 9 ноября 1989 года член Политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовский только озвучивал текст документа об ослаблении пресечения гражданам ГДР границ ФРГ, но не принимал участия в разработке этого документа на Политбюро СЕПГ. Принимали ли вы участие в разработке этого документа? И если да, насколько предвидели те последствия, которые мы теперь знаем? Das eine ist, was Schabowski sagt, und das andere ist, wie die Realität war.
Одно дело, что господин Шабловский говорил, и совсем другое дело реальность. Realität war, dass wir beschlossen haben, dass am 10. November die Grenzübergänge geöffnet werden können. В реальности мы решили, что 10 ноября 89 года будут открыты пограничные переходы. Und darüber wurde eine offizielle Pressemitteilung vorbereitet, die am 10. November früh ab 4 Uhr veröffentlicht werden sollte. И мы подготовили сообщение для прессы, которое должно было быть опубликовано в 4 часа 10 ноября. Daran hat Schabowski persönlich mitgearbeitet. Над этим сообщением господин Шабловский работал лично. Und auf der Pressekonferenz hat einfach die Daten verwechselt. И на пресс-конференции он просто перепутал даты. Hat vorgelesen die Presseerklärung, die am 10. November um 4 Uhr früh veröffentlicht werden sollte und hat nicht berücksichtigt, dass bei dem Wort zum Schluss hätte sagen müssen, ab morgen, stattdessen hat ab sofort gesagt. Он читал сообщение для прессы, и вместо того, чтобы сказать, что границы будут открыты с завтрашнего дня, он сказал, что они должны будут открыты быть немедленно. Das ist wohl der schlimmste Versprecher, den ein Politiker in den letzten Jahren überhaupt gemacht hat. Это одна из самых ужасных оговорок, которые политик допустил за последние десятки лет. Mit schlimmen Folgen. С тяжелыми последствиями. Und die Frage stand einfach, lassen wir den Dingen jetzt ihren Lauf oder setzen wir die militärische Macht ein? Und letzteres wäre schlimm geworden. И вопрос состоял в том, оставим ли мы это сообщение как есть, или мы должны будем вводить войска, чтобы привело к тяжелому кровопролитию. Но вот, собственно, вопрос, который нам тоже сейчас задают наши пользователи. А если бы ввели тогда войска? Про сослагательное наклонение мы уже упоминали, но все-таки нет ощущения, что было бы не хуже, или это было гарантированно хуже, и сожалеть о том, что войска не были введены, не следует. Wie Sie schätzen, wenn es doch zum Militäreinsatz gekommen würde, könnte es schlimmer sein? Oder bereuen Sie sich irgendwie, dass es nicht gemacht wurde? Ich glaube, das hätte viele Menschenleben gekostet und dazu war ich nicht bereit. Я считаю, что это стоило бы многим людям жизни, и к этому я не был готов. Хорошо. Вопросы не только приходят, как мы выяснили, к товарищу Кренцу в нашем эфире, но также нас просят, чтобы и Евгений Метелкин, Евгений Николаевич ответил на простой вопрос. Говорят, что в то время вы были руководителем студенческой комсомольской организации в Берлине. Так ли это? И спрашивают, а вы были знакомы с Владимиром Путиным тогда? Быть может, встречались, как-то общались? И как те события воспринимались немецкой ГДРовской молодежью? Ну, ситуация такова. Я учился в ГДР с 68 года по 72. И вот в это время я был руководителем комсомольской организации. Потом я в 89 году был там в качестве туриста. Это была такая награда лектором общества знания. И вот в ноябре 89 года я был вот таким советским человеком, который это видел. Я был у стены, у этих переходов, но, имея советский паспорт, я не решался перейти на ту сторону, потому что я не знал, как это... Пустит ли назад было, да, непонятно. Да, и вообще, меня спросят, что я там делаю. Но при этом многие наши с вами сограждане делали это, как мы понимаем, в том числе военнослужащие. Да, и, ну, вот, видимо, каждый... Каждый решал сам. Каждый решал сам вот эту ситуацию. Другое дело, что в это время вот знакомые мои, ну, по учебе, более старшие товарищи, вот они воспринимали приход товарища Кренца к руководству как большую надежду, что вот теперь в ГДР, ведь, понимаете, ГДР того времени, вот ноября-октября 89 года, переживало нечто похожее, что было в нашей стране, когда был дефицит товаров. Там тоже были такие прикрепительные карточки, и иностранец не мог купить что-то. И женщины, члены нашей делегации, затаскали меня по магазинам, чтобы я им помогал что-то это сделать. Потому что, ну, я иной раз говорил по-немецки так, что меня принимали за немца,
и я в этом плане помогал. Это для вас эта история, кстати, потом выйдет в некотором смысле боком насчет принимали за немца, но об этом чуть позже. Да, но это не то, что боком, но это просто, так скажем, смешно или там, так сказать, анекдотично. Вот, но и вот то, что поменялось руководство, то, что товарищ Хонекер ушел, и теперь более молодое руководство, воспринималось с надеждой тогда. А вот, собственно, возвращаясь к той истории, когда вас приняли за немца, если не сложно, поясните, это правда очень интересно, Евгений Николаевич. Я не знаю, это уместно ли это рассказать? Вполне, конечно, да. мы можем говорить. Ситуация такая. Я стоял вот в районе Бранденбургских ворот и смотрел на ту сторону, что там происходит. Я в то время курил. И венгерские кинематографисты, как мне рассказали, венгерские кинематографисты сняли такой исторический документальный фильм о истории стены. И этот фильм потом по телевидению видели мои друзья. И они мне написали, что этот фильм открывается вот таким эпизодом. Крупным планом мое лицо, я курю, смотрю куда-то, и текст за кадром. Посмотрите на этого немца. Он, скорее всего, ровесник республики. Республика в 49-м году основана была, я родился в 48-м. Почти угадали. Ему есть что вспомнить и есть о чем подумать. И затем шла история стены, рассказывалась, и фильм заканчивался снова так, что показывали вот это крупным планом мое лицо, и снова шел вот этот текст. Но я даже спросил, может быть, это все-таки был не я. Мне друзья сказали, мы узнали тебя по куртке, еще кроме всего. Поэтому это, знаете, как всегда, на фоне и на полях больших событий случаются всевозможного рода смешные истории, курьезные истории, можно сказать. Друзья, мы сделаем небольшую сейчас паузу. У нас выпуск новостей на носу, но прежде чем мы ее сделаем, я предлагаю нам продолжить наш вот этот ностальгический разговор и воспоминания с помощью одного музыкального произведения. Что это будет, я не буду говорить, но по лицам наших гостей, я думаю, что все поймут, о чем идет речь. Через несколько минут новости, не переключайтесь. Профессионал. Да, мы снова в эфире продолжаем. Мы спросили, когда слушали гимн ГДР господина Кренца, как давно он последний раз слышал это произведение? Ну, последний раз год существования ГДР. То есть, серьезно, вы не возвращались к этой истории сразу после того, как ГДР исчез? Но я был здесь от моего небесного спросил, ob man in der DDR den Text auswendig kannte. Коллега спросил меня, учили ли в ГДР текст гимна наизусть. Selbstverständlich kannte man ihn auswendig, aber es gibt ein Problem. Das hängt mit der Einheit Deutschlands zusammen. Но, конечно же, его учили наизусть, но там возникала небольшая сложность, связанная с объединенной Германией. Im Text dieser Hymne steht drin, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. В тексте гимна ГДР есть строчки, что Германия должна служить на благо всего народа, как общая родина, родина наших отцов. Единственная страна, да. Родина. Aber es gab kein einheitliches Deutschland mehr. Но в те времена единой Германии не было. Und deshalb wurde ab Anfang der 70er Jahre der Text nicht mehr gesungen, sondern wurde meist nur die Melodie gespielt. И поэтому с 70-х годов текст не пели, а и только игралась мелодия. Ich bin dann mal zu Honecker gegangen, der Generalsekretär war, und sagte, wir könnten doch einen neuen Text machen auf die Nationalhymne. Тогда я пошел к тогдашнему руководителю ГДР, господину Хёнекену, и сказал, что неплохо бы сочинить новый текст для гимна ГДР. Und darauf sagt er, wieso bist du gegen die Einheit Deutschlands? И тогда он спросил меня, почему, что ты имеешь против объединения Германии? Wir sind für die Einheit Deutschlands, nur auf sozialistischer Grundlage. Мы за объединение Германии, но на социалистической основе. Und ich habe gestern in meiner Lektion nachgewiesen, dass die Spaltung Deutschlands und die Spaltung Europas weder die Schuld der Sowjetunion noch die Schuld der DDR ist, sondern dass der Westen
Europa und auch Deutschland gespalten hat. И как я говорил вчера на лекции, разделение Германии и разделение Европы не является виной Советского Союза или ГДР, а повинны в этом восточные лидеры. Западные лидеры. А восточные полностью ни при чем. То есть абсолютно снимаете вину с коллег и с себя лично. То есть ведь решения принимались, как мы понимаем, совместно. Östliche Leiter meinen Sie, also haben gar nichts damit zu tun. Die sind überhaupt nicht schuldig. Nein, es gab immer zwei Systeme seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da hat natürlich das eine System auf das andere reagiert. Aber die alte Bundesrepublik hatte mehr Interesse daran, sich einem einheitlichen Westeuropa anzuschließen, als die Einheit Deutschlands zu vertreten. Конечно, после окончания Второй мировой войны существовало две системы, которые, конечно, реагировали на действия друг друга. Но Западная Германия была больше заинтересована в поглощении ГДР, чем в объединении Германии. Знаете, когда я был еще ребенком, видел плакат после войны, а там написано слово «Гитлеры приходят и уходят». Но немецкий народ, немецкое государство остается. Слово сказал Сталин. И действительно, Советский Союз хотел единую Германию, потому что это для вот защиты Советского Союза лучше было бы Германия без члена НАТО. Нейтральное государство. Нейтральное государство. Mm-hmm. Поэтому Советский Союз до начала 50-х годов выступил за единую Германию. Вот я хотел бы тут еще добавить, что на самом деле аналогичная ситуация складывалась с Австрией. Та тоже была разделена на оккупационные зоны, Вена была тоже на оккупационные сектора, поделена между союзниками. Но, тем не менее, правда, не при Сталине, а при Хрущеве, пошли на то, чтобы создать единое государство, Австрийская республика, с нейтральной политикой. И она до сих пор является нейтральной. Она не входит ни в НАТО, никуда. Это нейтральное государство. То есть вот эта идея, она была проведена, но проведена в отношении австрийского государства, но не Германии. Да, но немножко по-другому, потому что, конечно, Германия в центре Европы играла другую роль, чем вот Австрия. Но, конечно, первый канцлер der Deutschen Bundesrepublik, der hat gegenüber dem französischen Außenminister 1950 gesagt, ich bin der einzige Regierungschef, der die Einheit Europas, der Einheit seines eigenen Vaterlandes vorzieht. Первый канцлер ФРГ в 50-м году сказал министру иностранных дел Франции, что я единственный лидер, который преследует своей целью объединение Германии. Не совсем так. Извините. Как было дело? Нет. В режиме справки работают наши собеседники. Он сказал следующее, что я единственный глава правительства, который единство с Европой предпочитает единству своей нации. Что ему единство и солидарность с Европой более важно, нежели единая Германия. Наши пользователи слышат наши разговоры, реагируют на какие-то вещи с небольшой задержкой, поэтому в режиме вопрос-ответ. Уточнение. Про гимн. Вы сказали, что фактически вы были тем человеком, который вернул текст этому гимну. Так получилось. Вы были инициатором. У нас в России тоже гимн меняли. И, как вы знаете, у нас сейчас гимн тот, который был в Советском Союзе, но с новым текстом. Как вы относитесь к такого рода переделкам? Можно ли предположить, что, допустим, в Германии можно подобрать новые слова для гимна ГДР и каким-то образом его снова использовать? Это нормально, когда меняется текст и когда возвращается в качестве государственного символа символ уже несуществующего государства, хотя бы в мелодии? Музыка-то та же.
Also die, den Text zu verändern hätte immer bedeutet, dass man uns den Vorwurf gemacht hätte, wir seien gegen die Vereinigung Deutschlands. Если бы мы изменили текст, мы бы получили справедливый упрек в том, что мы выступаем против объединения Германии. Und das hätte eine Diskussion nach sich gezogen, die keinerlei Nutzen gehabt hätte, weil die deutsche Einheit stand damals nicht auf der Tagesordnung. Und warum sollte man darüber eine große Diskussion machen? И тогда разгорелась дискуссия, которая ни к чему не привела, потому что в то время объединение Германии не стояло на повестке дня. И эта дискуссия не имела смысла. Ну вот мне хотелось просто понять ваши отношения. Вы, вот когда вы слышите гимн России, у вас какие слова всплывают в сознании? Вы же знаете наизусть текст наверняка Советского Союза. Ну, у вас были разные тексты, при Сталине были другие. А какой вы вспоминаете, какую редакцию? Вот когда вы слышите, что там? То есть вы вспоминаете союз нерушимых... Я не кайн сэнгер, но я в тен текст в эрнерунг, дэн аух ди русны в эрнерунг ха. Я помню тот текст, который помнят именно все русские. Но все-таки я вот до конца не понял оценку. Это допустимо менять тексты при смене государства, оставляя музыку? Ваше отношение к этому? О чем это говорит, когда это возвращается? Ja, das eine war die Hymne der Sowjetunion und Soschalenius Sowjetskiego Союза нет. Это был гимн Советского Союза, которого больше нет. Deshalb ist in diesem Falle die Änderung des Textes wahrscheinlich richtig. И именно в этом случае я считаю, что изменение текста оправдано. Weil der Text der sowjetischen Hymne, wo die Sowjetunion besungen wird, natürlich nicht mehr den Realitäten entsprach. Потому что текст, который воспевался Советский Союз, больше не соответствует действительности. Das bedauere ich. Я сожалею об этом. Aber es ist Realität. Но это реальность. Но музыка вернулась. Рады ли вы этому? Может ли вернуться и Советский Союз? Und Musik ist zurückgekommen. Vielleicht ist es möglich, dass Sowjetunion auch wieder entsteht. Sie führen mich jetzt aufs Glatteis. Вы меня выводите на не твердую почву. Изо всех сил стараюсь, но вы при этом отлично держитесь, надо заметить. Also, ich denke, die Geschichte entwickelt sich nicht so und es ist ja ein unbegründeter Vorwurf des Westens an Putin, dass angeblich die Sowjetunion wieder zurückhaben will. Я не думаю, что история развивается таким образом и считаю, что это необоснованное подозрение и упрек Запада к Путину в том, что он имеет свои намерения возродить Советский Союз. Das ist ja eine Propaganda im Westen, um den Leuten die Gefahren aus dem Osten einzureden. Я считаю, что это пропагандистские высказывания, которые должны поселить страх в западных гражданах перед восточной угрозой. Was meinen Sie, wie man in Westeuropa und auch in Deutschland auf Putin geschimpft hat, als gesagt hat, dass die Krushenie Sowjetskiego Союза является вот глобальной катастрофой. Крупнейшей геополитической катастрофы 20 века. Da hat man gleich ihm vorgeworfen, er will die Sowjetunion zurückhaben. Das ist natürlich Unsinn. Какой поднялся крик в западных средствах массовой информации, когда президент Путин сказал, что крушение Советского Союза является крупнейшей геополитической катастрофой, и появились высказывания, что Путин желает возродить Советский Союз, хотя это совершенно не так. Еще один вопрос, опять же, возвращаясь к событиям 89-го года. В декабре 89-го, пишет нам наш пользователь, когда все правительство ГДР ушло в отставку и вы сложили свои полномочия, вся западная группа войск СССР была приведена в состояние повышенной боевой готовности. О чем сейчас мало кто пишет и вообще знает, были ли у вас перед или после вашей отставки какие-либо консультации с командованием ЗГВ по поводу отставки и возможных последствий? Verlassen haben, im Dezember 1989,
wir wissen, dass alle Militärtruppen wurden einsatzbereit. Und haben Sie irgendwelche Konsultationen, irgendwelche Verhandlungen gemacht, also was weiter passieren soll? Ich habe im November 1989 Gespräche gehabt mit dem Oberkommandierenden der Streitkräfte des Warschauer Vertrages, Armeegeneral Luschew. Und ich habe auch solche Gespräche mit dem Oberkommandierenden der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte, der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte genossen, Armeegeneral Snetkov, gehabt. Я вел консультации с командующими групп советских войск Лушевым и Снетковым. Нет. Я говорил тогда с главнокомандующим войсками Варшавского договора, генерал армии Лушева, и с генерал армии Снетковым. Он был тогда главнокомандующим группы, западной группы советских войск. А мы согласны, что самое важное есть мир. То есть все понимали, что кровопролитие допускать нельзя ни в коем случае? Да. Знаете что? Трудно так об этом говорить. Вообще говорят, что Горбачев дал приказ, что советские войска должны стать в квартирах. Такого приказа мне никогда не было передано. Никогда. И вот мои друзья, генералы армии, тоже такого не знали. Но что важно, советская армия и ГДР, мы хотели, что за этого не будет война. Это самое важное. И все другие вопросы от этого, конечно, зависели. И поэтому я не скажу, Советский Союз хотел выстрелить. Это неверно. Мы вместе были за то, что будет мир во мире. Это было самое важное. И удалось избежать неприятных последствий. Это невозможно не отметить. Это очень хорошо. А мы продолжаем проводить какие-то параллели, да, тех дней, тех лет, когда наш гость Эгон Кренц был одним из руководителей ГДР, и дня сегодняшнего. Нынешние власти Германии говорят, что очень опасаются вмешательства России во внутреннюю политику страны. Мы только что пережили выборы в США. Не знаю, следили вы за ними так же, как мы. Кстати, вам было интересно, кто придет к власти в Америке? За кого болели? Das war kein Wahlkampf, das war Wahlkrieg. Это не было выборами, это была не была предвыборная кампания, это была предвыборная война. Так, а за кого болели вы, раз уж мы отвлеклись на эту историю? Aus welcher Seite haben Sie gespielt? Ich habe auf keiner Seite gespielt. Ich habe diesen Wahlkampf als unwürdig empfunden. Und es ist unwürdig, darüber überhaupt von einer Demokratie zu sprechen. Я не болел ни за кого. И эти предвыборную кампанию я считаю несостоятельной, бесчестной. И в этом случае нельзя говорить ни о какой демократии. Но Дональд Трамп для, не знаю, вас лично, и, быть может, вы имеете какое-то понимание, как он повлияет на Россию, это лучше, чем Хиллари? Wie schätzen Sie, wer ist für Russland besser, also bessere Präsident ist, ob es Clinton oder Trump ist, ob diese Wahl von Clinton bessere Lösung für Russland wäre? Das muss man abwarten. Нужно подождать. Ich habe einen Freund in der alten Bundesrepublik gehabt, den habe ich gefragt, wer ist der bessere Präsident für Amerika? Der bessere Präsident, wer wird Präsident? У меня есть друг в Германии, мой старый друг, и я его из Западной Германии. Я его спросил, кто должен стать президентом, кто будет лучшим президентом? И он ответил, все равно, он будет американским президентом. Он выступит за американские интересы. Это важно. И, конечно, Клинтон, она уже была
она отвечала за войны, за разные войны. Ну, новый президент еще нет, это хорошо. Но у них, мне кажется, кто не меняется, да, кто не приходит, как бы количество войн меньше не становится. Или все-таки... Ich hoffe, dass es dazu führt. Aber Надежда есть. Надежда есть. Надежда есть, но больше надежды нет. Больше, чем надежды нет. Я понял, больше, чем надежды нет. А вопрос мой, собственно, был о чем? Да, это важный сюжет в этой предвыборной гонке. Они говорили, что Россия вмешивается в их внутреннюю политику. И сейчас мы действительно слышим из нынешнего руководства Германии заявление о том, что опасаются, да, вмешательства России. Вы же перед выборами, опять же, находитесь. В следующем году выборы, насколько мы понимаем, в Германии. Правда вмешиваются? Вам не страшно или вы рады? Или, наконец-то, можно сказать, что все справедливо, так и должно быть, мир должен быть многополярным? Как вы воспринимаете эти новости? Беспокоит ли вас, если действительно такое вмешательство есть, этот факт? Или этого не может быть, потому что не может быть никогда? Während der amerikanischen Wahlkampf wurden Erklärungen gemacht, dass Russland irgendwie einmischt in dieser Wahlkampf. Und wie glauben Sie? Und in Deutschland wird auch gesagt, dass es möglich ist, dass Russland in unterschiedliche politische Prozesse in Europa und Deutschland sich einmischt. Wie glauben Sie, ob es wahr ist, ob es möglich ist? Und Deutschland steht überhaupt jetzt schon vor Wahl, also nächstes Jahr, es kommt zum Wahl. Wie glauben Sie, ob es möglich ist, dass Russland überhaupt sich einmischt in politische Prozesse in Europa? Ich halte das für einen Teil des Propagandakrieges gegen Russland. Я считаю это частью пропаганды против России. Und wenn Sie in Deutschland Zeitung lesen, Rundfunk hören oder Fernsehen, dann muss man den Eindruck kriegen, an allem Elend dieser Welt ist Russland schuld. И если вы слушаете радио, читаете газету или смотрите телевизор, можно предположить, что во всех несчастьях мира виновата Россия. Das hat zweierlei Ursachen. Das eine ist Ablenken von den eigenen Problemen, die das Land hat. Для этого есть две причины. Первая – это отвлечь внимание от собственных проблем внутренних. Und zweitens hat der Westen nie gelernt, nach 1990 ohne Feindbild zu leben. И Запад после 90-го года никак не может привыкнуть жить без внешнего врага. Und der Feind ist Russland. При этом внешним врагом является Россия. Das ist eine gefährliche Propaganda. Это довольно опасная пропаганда. Aber ich habe auch gestern zu den Studenten gesagt, ein starkes Russland ist die beste Garantie dafür, dass der Westen nicht übermütig wird. И как я вчера сказал студентам, что сильная Россия гарантия того, чтобы Запад не был слишком самонадеян. Ну, у нас, кстати, многие, кто смотрит российское телевидение, они примерно те же вещи отмечают. Знакомы ли вы с тем, как подается информация в нашем телевизоре? Sind Ihnen bekannt, wie Weltereignisse bei russischen Fernsehen dargestellt sind? Ich gucke gelegentlich russisches Fernsehen. Время от времени я смотрю российское телевидение. Auch russisches Fernsehen in deutscher Sprache im Internet. Также интернет-телевидение российское, но на немецком языке. Und ich finde eigentlich die Berichterstattung ziemlich ausgewogen. И я считаю, что сообщения довольно взвешенные. Конечно, die russischen Journalisten lassen sich auch nicht alles gefallen, und das ist auch richtig. Конечно, российским журналистам не всем нравится, но это не... Nein, die russischen Journalisten lassen sich nicht alles gefallen, und das ist auch richtig so. Не допускают... Русским журналистам тоже не все нравится, но да. Это реальность. Как man so sagt, ne? Еще... Нет. Момент. Нет. Русские журналисты не всем... Русские журналисты... Не всем нравятся. Защищаются. Они защищаются. Защищаются, и это правильно. Не могут всем нравиться.
Очень важный момент нам напоминают наши пользователи из вашей биографии, ведь мы как-то сегодня в основном говорим о событиях конца 80-х, а в 90-е у вас были очень непростые, да, жизненные этапы, когда вам пришлось непосредственно самому почувствовать на себе те вещи, которые, в общем-то, часто и врагу не пожелаешь. Вы же оказались, собственно, человеком, которого подозревали, которого обвиняли, которого преследовали. У вас были обыски. Вы сейчас как воспринимаете все это? Это была неизбежная, скажем так, сопутствующая история при смене эпох? Более того, он сидел в тюрьме. Я знаю, да-да-да. Не только что его преследовали, он находился в тюрьме. Что вы думаете об этом? Можно ли было этого избежать? И, насколько я понимаю, вся эта ситуация не повлияла на ваши убеждения, вы по-прежнему остаетесь убежденным социалистом, и мы сегодня уже условились, что можно вас называть просто товарищ Крэнц. Ich war nicht der erste Kommunist und werde nicht der letzte Kommunist sein, der im Gefängnis saß. Я не был первым и точно не буду последним коммунистом, который сидел в тюрьме. Ich habe mich verteidigt, ich habe eine Weltanschauung und die ändere ich nicht mit den Jahrestagen irgendwelcher politischen Ereignisse. Я защищался, но у меня есть мировоззрение, которое я не изменю под воздействием каких-то политических событий. Es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene sind die Medien. Есть два уровня, два слоя. Первый – это как это освещалось в средствах массовой информации. Für die meisten Medien bin ich nach wie vor der Sündenbock für alles, was die DDR zu verantworten hatte. Ich bin ja der Letzte gewesen. Der Letzte macht das Licht aus. Почти для всех средств массовой информации я до сих пор являюсь так называемым козлом отпущения, который виноват во всех событиях. Но я был и последним в ГДР, но я был и последним. Последний выключает свет. Und die zweite Sache ist, sind die Menschen. С другой стороны, на другом уровне, это люди. Und die Leute auf der Straße begegnen mir sehr freundlich, sehr verbunden. Ich habe keinerlei Probleme, ich werde nicht beschimpft in Deutschland, ich kann auf die Straße gehen und kann mich mit den Leuten unterhalten, kann mich mit den Leuten treffen und mache das auch. Also diese beiden Ebenen existieren. И когда я встречаю людей в Германии, они относятся ко мне приветливо, и никогда я не встречал какой-то негативного к себе отношения. Я спокойно могу ходить по улицам, встречаться с людьми, что я и делаю. И эти два полюса, они существуют до сих пор. Aber das Urteil empfinde ich natürlich als ein falsches Urteil über mich. Однако приговор суда я нахожу неправильным в отношении себя. Ну вот, собственно, здесь возникает вопрос, как вы относитесь к термину «иллюстрация», сразу нас спрашивают. Получается, что жизнь после этого возможна. Почему спрашивают наши пользователи? Потому что отмечают, что сейчас практически все лидеры внутри нашей страны, они так или иначе были связаны именно с коммунистической, да, реальностью. В прошлом все были людьми так или иначе вовлеченными в эту систему. Кто в комсомол, кто в партии состоял. Это нормально. Вас не удивляет, что у нас после 91-го года на какое-то время только верхушка оказалась под, скажем так, прессом сменившегося государства, а потом всех отпустили, и больше ничего не происходило. Это не удивительно для вас? In Russland es war ganz anders. Bis jetzt mehrere unserer Staatsspitzen waren Kommunisten. Ja, klar. Und die wurden nicht verfolgt und sind da geblieben. Und bis jetzt sind sie an der Macht oder in der Regierung. Oder, ja. Ob es für sie überraschend ist oder... Nein, das ist überhaupt nicht überraschend. Natürlich habt ihr geografisch auch ein Westrussland, aber ihr habt politisch kein Westrussland gehabt. Aber wir haben politisch ein Westdeutschland gehabt. Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen? Darf ich helfen? Ja, klar. Он говорит следующее, что географически у вас есть Западная Россия. Но политически у вас никогда не было Западной России. Имеется в виду, была Восточная Германия и Западная Германия. So ist es, ne? Да, правильно. А у нас Западная Германия чувствуется как победитель. То есть, грубо говоря, у нас было нечем заменить. У вас было чем, а у нас нечем. Да.
А вот, вот руководящие силы в Западной Германии, я не говорю о простых людях там, но руководящие силы в Западной Германии, они чувствуются как победителями, и победители пишут историю. Вот так, вообще так. У нас остается буквально несколько минут, и теперь в режиме блиц то, что мы не успели осветить до сих пор. Но ведь нет худа без добра, признайтесь, господин Крайнс. Чего хорошего вам лично дало разрушение Берлинской стены? Es gibt immer positive und negative Seiten, wie auch immer. Sehen Sie irgendwelche für sich selbst oder überhaupt positive Seite von DDR-Zerfall? Untergang. Когда в 89 году был вопрос, может быть, единая Германия, тогда я думал, может быть, хорошая сторона состоит в том, что германские государства не могут никогда больше сделать друг друга война. Понятно, да? Да. Да, это преимущество. Но такое преимущество сейчас уже нет, потому что Германия принимает участие на войнах на различных вот местах нашего света. И это плохо. Это отлично, это плохо. Да, это плохо. По-моему, что касается исторического места ГДР, я скажу, это единственное государство на немецком почте, которое никогда не вел войну. Никогда. И это преимущество ГДР. И что это преимущество сейчас не существует, я считаю отрицательным. Буквально у нас действительно время закончилось. Короткий вопрос, короткий ответ. Миграционная политика Европы. Европа справится с теми проблемами, которые сейчас обрушились? Ну, вы понимаете, да? Количество мигрантов и все, что с этим связано. Трудно будет. Сегодня будет совещание Обама с руководителями из Франции, из Германии, из Великобритании и из Италии. Значит, уже такая маленькая группа вот, европейских стран. И мне кажется, если будут выборы во Франции, выборы будут в будущем году вот, в Федеративной Республике Германии, это может быть еще трудные часы для Европы. Но справиться или нет? Вы сказали, будет трудно, но в итоге. Я не вот Бог. Я не могу сказать, как я только могу сказать мое мнение и трудно справиться. Тем не менее, вопросы про будущее приходят. Санкции. Как скоро Европа снимет с России? Я против санкций. Я против санкций. Вы бы сняли сегодня. Да? Вы бы сняли их прямо сейчас. Это зависит не от правительства какого-нибудь европейского страны, это зависит от правительства США. Ну и последний вопрос. Кстати, трек, который мы сейчас послушаем, он так называется «Америка». Есть еще одна восточно-германская история, которую знают все на планете Земля. Это группа «Рамштайн». Знакомы ли вы с их творчеством? Слушаете ли вы музыку и вот в частности группу «Рамштайн»? Sind Sie mit Gruppe Rammstein gemacht, ob Sie solche Musik mögen und lieben? Ich mag Musik überhaupt, ja, aber bin nicht festgelegt auf eine besondere Art von Musik. Ich höre sehr gerne klassische Musik. Я люблю музыку в принципе, но особенно я люблю классическую музыку. Просто так совпало, что в эти дни в Москве лидер группы «Рамштайн» Тин Линдеман представляет свои стихи, а вы нам сегодня здесь, в Петербурге, представляете свои воспоминания. То есть «Рамштайн» вы не знакомы и не знаете эту музыку. Да, знаю, конечно. Да. И что можете сказать о них? Können Sie was dazu sagen, zu «Рамштайн»? На, im Detail nicht, nein. Нет, в подробностях нет. Не вопрос. Я вам просто потом, если вы не против, будете пришлю какие-то ссылки, и вы послушаете «Рамштайн». И в следующий раз мы с вами обсудим уже не только политику, но и музыку.
сколько можно в конце концов говорить о политике? Да, да, да. Да, да, да. Нет, к сожалению, детально. Это значит, нужно встретиться еще раз и пообщаться. Ждем вас снова в Петербурге. Спасибо вам большое, господин товарищ Крэнс. Эгон Крэнс был у нас сегодня в гостях. Один из лидеров, последних коммунистических лидеров ГДР. И вместе с нами здесь сегодня были Евгений Метелкин, Институт истории СПбГУ, и Владимир Барышников, завкафедры истории нового и новейшего времени Института истории СПбГУ. Спасибо вам большое. Мне кажется, это был очень интересный, полезный разговор. И действительно, чтобы лучше разбираться в настоящем, нужно, конечно, понимать, что у нас было в прошлом. Спасибо вам огромное за этот разговор. Удачи вас. Ждем вас здесь снова в гостях. Спасибо. Спасибо.